Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ожидается у нас солнечный денек теплый. Сейчас уже на улице плюс 3 градуса, и я решила начать мыть окна понемногу. У меня 8 окон, поэтому нужно будет помаленьку их приводить в порядок, чтобы цветочки у меня хорошо свет им, чтобы хороший был. И еще очень много дел, потому что нужно еще на очереди у нас и пикировка томатов, и посев капусты, поэтому очень много дел. Но сейчас у нас, конечно, карантин, выходить никуда нельзя, поэтому мы все будем совмещать. Это, наверное, с одной стороны, это хорошо. Чем хорошо, что мы находимся на даче и можем все сделать своевременно. Конечно, люди, которые живут в городе и находятся на карантине, им очень сложно сейчас находиться. Но на даче жизнь иначе, дорогие мои. Итак, мы приступим. Так, переставим мы цветочки, чтобы они нам не мешали. Скоро им будет светло и красиво. Каланхоя лекарственный, вот я его тоже, надо уже рассаживать. Это череночки у меня уже подросли, уже зацвели некоторые герани. Цветов много уже, ну хочется все красоты, красоты. Скоро огород начнется. Да, кстати, хочу показать вам томатики, которые мы вместе с вами сеяли. Ну, всходы вообще неплохие, конечно. Вот только ботяня у меня нынче подвел. Видите, всего 2 штучки. И золотой кенигсберг. Вообще 1 штучка всего взошла. Ну вот так. Будем пикировать. Надо унести. Ну что, приступим. Вот я подрезала, формировать стала фуксию. Подрезала маленько, чтобы она была пышненькая. Вот эту тоже вроде бы формировала. В прошлом году она была симпатичная такая. Я ее сейчас тоже подрежу. Вот прямо пониже. Вот сюда вот, здесь вот обрежу, здесь, а верхушки оставлю, сейчас вот покажу вам заодно, кому-то может пригодиться. Вот смотрим, где почечки находятся, вот здесь, чтобы уже пошли побеги, они активируются и пойдут дальше расти. И вот, наверное, вот так сделаю. А вот эти побеги вот так вот я оставлю. И их посажу, в корневину окуну и в торф посажу, в тепличку, в мини-тепличку. И температура 20 градусов, и они дадут корешки, и можно будет размножить вот эти вот растения. Это я потом сделаю. Я вам сейчас покажу. Наверное, недели две назад делала вот этот горшочек. Вот видите, какие славные они сейчас стали. Побеги уже пошли. Прямо все активировались, почечки. Тоже были такие вот бодели просто. И все. Вот хочу вот так же сделать красивенько. Хочу вам показать, это как бы мой эксперимент. Я здесь, видно, не видно вам. Вот смотрите, я многолетние флоксы вытащила из подвала, и они дали побеги зелененькие.
Ну, я не буду сейчас распечатывать. Потом, может быть, я вам вскрою и покажу. И я их в такую бутыль, разрезала бутыль повдоль. Крышечкой соединяю. Это сейчас просто дышит, чтобы вентиляция была уже. И вот посмотрите, какие, не знаю, на камеру видно или нет. Вот видите уже, какие корни дала. Вот они уже, нужно тоже их уже рассаживать понемножку. Вот они здесь просто стоят у меня. Ну, сколько температура на подоконнике? Ну, 20-22, может быть, когда отопление включено. Сейчас отопление отключаем. И вот они просто стоят в бутылочке. Никому не мешают. Ну, некрасиво, не эстетично, конечно. Ну, пользуемся. Кактус, смотрите, какой уже такой прямо дедушка с внучатами и с детьми, и с внучатами. Ну вот, пусть он здесь стоит.